Свежий навоз. Свежий навоз. Потертая. Кто-то тут часто сидел. Дерево уже успело сгнить. Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами. Но здесь нет фиолетовой розы. Ухоженные, но все до одного вымершие. Разбитая лапа. Отсюда что-то тащили. В ту сторону тащили раненого человека. Линял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Могилы. Без надгробий. Одна рядом с другой, словно грядки. Эй, ты меня слышишь? Еще один вор изуродован. Ты кто? Thank you.
глаз, ни ноздрей. Органы деформированы. Зараза, оно никак не могло быть живым. Между прочим, философы все еще спорят о понятии жизни. В другой ситуации я был бы потрясен. Но только не после этого зрелища. Кто вы? Определенно, мы не звери. Считай нас друзьями семьи. Вы знаете того, кому принадлежит это место? Ольгерда фон Эврика? Зна. Замечательно. Госпожа фон Эврика... Чего ты от... Я пришел за фиолетовой розой, которую Ольгерд... Ирис внутри, в спальне наверху. В таком случае я пойду поздороваюсь. Так как прикажете к вам обращаться? Так же, как и сейчас. Мы держим свои имена при себе. Внимательней надо быть. Это что было? Зараза. Ты умрешь здесь. Следы пожара. Интересно. Yeah!
быть Ирис. Прекрасная пара. Это должно быть. Ты хотел ее увидеть? Вот она. Нужно тщательно подбирать слова для своих желаний. Меньше разочарования будет. Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? А почему никто ее не похоронил? Мы не можем. А ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше. Он и сейчас исполняет приказ. Ее дух не упокоен. Госпожа фон Эверик пережила много бед. Она не слышит нас. Выходит, я должен До нашей хозяйки нелегко достучаться. Есть один способ. Мне нужно похоронить тело Ирис. Но Она часто бывала в саду перед... Тогда, может, там. Погоди. Возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Хорошая собачка. Думаю, она любила здесь сидеть. Но это не лучшее место для могилы. Слишком близко к дому. Надо искать дальше. Ирис фон Эверик любила цветы. Но вряд ли она захотела бы их уничтожить. Ладно. Поищу другое место для могилы. Вот это место, пожалуй, подойдет. Да, она любила здесь рисовать. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто ее не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Я не знал Ирис фон Эверик, но видел на ее картинах, что она и Ольгерт были любящей парой. Когда-то она была счастлива. Иногда судьба запутывает наши тропинки, и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Не знаю, захочешь ли ты быть похоронен, но раз уж вы жили вместе, возможно, ты жил... Останки погребены. Дух неупокоенный, я сложил твои кости. Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чем... Я должен идти за тобой? Хорошо.
что это за место? Это нарисованный мир. Работа Ирис фон Эверек. А вы как сюда попали? Мы существуем сразу в двух мирах. Все это прекрасно, но где Ирис? Она пробудилась лишь на минуту. Если хочешь с ней поговорить, нужно вырвать ее из сна надолго. Только как? Ты же следопыт, верно? Присмотрись к тому, что тебя окружает. Ну и? Этот мир состоит из поблекших воспоминаний. Наша хозяйка хочет стереть их из памяти, но не может. Найди их. Исправь. Призови страхи, что мучают Ирис фон Эверек, а потом уничтожь их. Легко сказать. Вальгерт и Ирис. Воспоминания. Она стертая, неполная. Свадебная фото? Рюмка. Точно как в руке у Ольгерда. Будто здесь и было. Твое здоровье, жена. И твое, муж. В моих краях новобрачных принято встречать хлебом с солью. Но пока что мы одни. Кроме тебя мне никто не нужен. Я бы хотела, чтобы... Я подумаю, как это устроить. Пойдем, я покажу тебе дом. Хорошо, только... Я знаю, что это глупо, но... Он так долго стоял пустым, а я... А ты боишься пауков, я же знаю. Я... Мой рыб, ты позаботился обо всем. Медальон дрожит. Это призрак? Нет. Кошмар. Оживший страх. С ним тебе придется сразиться. Снова сон о прошлом. Наверное, тоже неполный. Серебряная нить, жемчуг. Эта кукла должна была стоить целое состояние. Почти такой же, как сцена на картине.
Кастельравелла, вино из Тусента. Дорогое. Торжественный обед. Они хотели угодить гостям. Жена Ольгерда любила цветы. Судя по орнаменту, это могла быть ее расческа. Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то, рассеянная. Да нет, все в порядке. Расскажи лучше, как вы. Я так рада вас всех снова видеть. Только что же бабушка с дедушкой не приехали? О, дорога дальняя, ухабистая. Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещи Ирис. Любимый расчет. Векселя? Мы выплатили все твои долги. Чтобы на семье позора не было. Как мило, что мама и папа обо мне помнят. Ольгерд? Ну вот, видишь, какой он. А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы. Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами. Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Значит, пойдем за ним. Не нравится мне это место. Спальня. Свеча почти догорела. Полотенце испачкано кровью. Ночная рубашка. Кажется, ее никогда не носили. Следы крови. Кто-то сперва мыл здесь руки, а потом вытер их об это полотенце. Наверное, не то. Который час? Поздно. Спи. Ты опять сидел всю ночь в кабинете? Что у тебя с руками? Ничего. Немного испачкался. Это кровь? Ты порезался? Это чернила. Я писал письма. Знаешь, я скоро собираюсь в Оксенфурт. Может, поедем вместе? Ой, замечательная мысль. Поездка пойдет нам на пользу обоим. Значит, решено. Давай ляжем спать, я устал. Теперь я уже точно не усну, это исключено. Пойдем, я закончу твой портрет. Стертые воспоминания.
свежие, будто кто-то только что обрызгал их водой. Наверное, нужно... Кажется, по... Это сюда? По-прежнему что-то не так. Наверное, нужно вас... Наконец-то. Все как на картине. Улыбнись чуть шире. Вот так? Я прошу улыбку, а не оскал. Нет, не то. Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу. Пожалуйста. Ничего не выйдет. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Я должен еще немного поработать. Снова? Оль. Прости, я не... Ну, Ольгерт. Ольгерт! Лаборатория мастера фон Эверика. Здесь он изучал магическое искусство. Договор на крови или о чуждых сущностях? Книга о договоре с демонами. Пентаграмма, чтобы удержать призванное существо. Линии стерты. Нужен мел, чтобы их поправить. А потом расставить свечи. Свечи из пчелиного воска. Врата тайн между мирами. Библиотека оккультиста. Мел. Кровь? Должно быть для магических практик. Черная магия. Этого должно хватить. Теперь свечи. А если вот так? А может так? Что-то я ведь... Тогда может... Вернись. Мы должны поговорить. Оставь меня. Я хочу побыть один. Не в этот раз. Вернись сейчас же. Оставь меня в покое. Я просто хочу поработать спокойно.
Диану Феус. Соба Камиса Иада. Соба Камиса Абиразас. Какие еще чары мне использовать? Я перепробовал все. Я хочу разорвать наш договор. Явись! Черт! Огонь! Все сюда! Тушите пожар! Этого я не ожидала. Ты должен найти другой выход. Отец осушил до последней капли. Умная кружка, но пили из нее водку. Это, наверное, не то. Так вот, значит, как он коротал долгие зимние вечера. Брачный контракт между Ирис и Ольгердом. Контракт должен был держать отец. Помимо этого сказано, что ты будешь уважать Ирис, считаться с ее мнением и желаниями, а... К делу, папа! А то я теряю терпение! Изволь! По просьбе Ирис я расторгаю этот брак. Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти. И я сдержала слово. Потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет. Не так просто отказаться от данного однажды слова, поверь мне. Ты останешься здесь навсегда. Довольно! Ты не будешь нам приказывать! Ты... Отец! Отец! Нет! Эй, слуги! Забрать эту падаль и бросить трупоедам!
Снэйч. Тогда фон Эверик перестал быть человеком. Он все еще любил жену. Нет, он только помнил, что должен ее любить. Пойдем наверх. Я помню. Здесь мы втроем проводили много времени. В молчании. Займем свои места. Так, как тогда. А ты сделай остальное. Маленькая миска. Похоже, для супа. Большая глиняная миска. Царапины от кошачьих когтей. Следы шерсти. Это, кажется, твоя миска. Это, наверное, не то. Поднос. Будто здесь и было. В самый раз. Вы правда ели из этих мисок? Конечно же нет. Я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Так ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес — это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме, что бы ни случилось. Еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует, что ты думаешь и что чувствуешь. Я... ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерт. Я не хочу больше тебя видеть. Ольгерт фон Эверик не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании госпожи Ирис. Мы приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверик. Моей жене. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда в моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь, и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и роза — мое прощание. Оставайся в здравии и помни только то хорошее, что было. Ольгерд.
Сколько мне еще ждать? Подожди, я хочу поговорить. Не в этом месте. Я печаль. Я ищу фиолетовую розу, которую Ольгерд подарил тебе. В тот день, когда я видела его в последний раз, я целыми днями я лежала и глядела на нее. То есть розы больше нет? В этом мире есть. Посмотри, ты похоронил. Я все спала глубоким черным сном. Когда ты положил на мою могилу картину, скажи мне, Оль... Твой муж ищет все более сильных ощущений и искушает судьбу, потому... Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи. Немного. А я не спрашивал. Роза? Это все, что он... Мне нужна твоя роза. Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков. Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу, когда я взяла ее в руку. А... Ты знаешь, я никогда не читала того письма. Я приняла решение. Наша служба окончена. Благодаря тебе мы свободны. Прежде чем мы уйдем, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить? Прощай. Ирис фон Эверик, я буду помнить тебя. Это уже не важно. Прощай.
же дух, это да. Жизни такой не видал. Ой, да ну его. Погоди. Два больших пива, да поживей. А? Как-то покультурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки. Геральт, сюда! О, беловолосый! Уж... Спасибо, в другой раз. Да не боись ты! Чу, пойдем! Угощаю! Выебываешься? Разумеется. А ты бы и не выпендривался? И добавлять его в пряники. Я вижу, ты слушал. Действительно, я неравнодушен ко времени. Когда у тебя Например, подбрасывать всякую гадость в суп людям, которые тебе не нравятся. Чем обязан твоему... Я хотел тебя поблагодарить. Я должен был выполнить три его желания и сделал это. Сними... Почти. Чтобы выполнить все условия договора, осталось... Об этом речи не было. Разумеется, было. Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка. Приписка... Это также касается устных договоренностей. Вспомни, я сказал, цитирую. И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Конец цитаты. Ну, помню. Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак. А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником. Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел. И откуда ты взялся? Я ведьмак, а это делает меня нич... Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно. Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани. Что там творится? Святилище Лильвани, ты понял? Понял. Погоди! Была тут медичка, твоя знакомая. Просила, чтобы ты к ней заглянул. Спасибо. Прости. Может, сознание потерял? Потерял. Что ж он в крови весь? Ведьмак в корчме. Вот и наводит на людей порчу. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. Крутой выискался. Шани? О, Геральт, это ты. Что?
Что тут случилось? У тебя были грабители? Это? Нет, я просто переезжаю. Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой, или не только об этом, ну да ладно. Я уезжаю, Геральт. На Восточный фронт. В Каэдвен. Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась. Ко мне пришли двое солдат. Сказали, что я снова нужна Риданию. И ты не могла отказаться? Может, и могла бы, но не захотела. Мое призвание — лечить людей. Моя работа нигде не нужна так, как на фронте. А ты не могла бы остаться? Геральт, зачем? Тогда на свадьбе все было очень мило, но у тебя своя жизнь, а у меня своя. В дальнейшем это не имело бы смысла. Ты понимаешь, это не хуже меня. Ну, будь осторожна. Ты тоже, Геральт. Ты узнала что-нибудь об Ольгерде? Книги мне мало что дали. Я поняла, что если нужна правда о нем, нужно найти кого-то, кто ее знает. И ты нашла? Мне повезло. Мой товарищ по учебе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалиста по черной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эверика. Профессор так увлекся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом. Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента. Где найти этого профессора? Здесь, в городе. Он сидит под замком в своем доме за стенами университета. Его стерегут охотники за колдуньями. Мне надо поговорить с этим профессором. Я с тобой. Университет охраняют риданские стражники. Один ты не пройдешь. Стражники мне чаще всего не помеха. Если ты их... А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят. Как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют. Часть академиков бежала на Дальний Север. Самые храбрые остались. Притворяются сапожниками и прачками. Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно. Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи. Для Родовида нет большой разницы между учеными и чародеями. Тебя он как-то терпит. Потому что я ему нужна. Восточный фронт. А что потом? Зависит от того, куда пошлют. Где бы ты ни была, будь осторожна. Я всегда осторожна. Не волнуйся. Стоять! По приказу короля? А для преподавателей? Без исключения. Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт. Когда я тебя лечила, ты был со мной... В порядке. Будто и не было никакой раны. Я рада. Ведь если б я тебя тогда не прооперировала, ты остался бы хромоножкой до конца жизни. Бруно. Ну? Может, мы ее все-таки... Ну ладно. Ну пусть идет. Сделаем так. Я пойду туда одна и... Как? Не знаю. Я найду способ. Идет. Ладно, впустить.
пошла. Геральт! Эй! Геральт, ты здесь? Здесь. Держи веревку. Откуда ты взяла веревку? А, долгая история. Пока нам везет. Дом профессора Шезл. Там охотники за колдуньями. И? Ты уже очень помогла мне. Не за что. На моем месте... Если захочешь увидеться со мной еще раз до отъезда, я... Тогда до встречи. Ты хоть знаешь, кому держишь? Обходи звук! Он его убил! Сука! А это что такое? Вашу мать! Нарушитель! Взять его! Я тебя... Закрыто на 4 засова. Надо найти другой путь. Может, найдется открытое окно. Серебряный ламен. Не знаю такого сигиля. Похоже, им давно не пользовались. Разбитое зеркало. Не похоже на случайность. Может, кто-то испугался того, что в нем увидел?
Ключ Гиллиана Альбоко. Это о демонах. Страшно пыльное. Франко, это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос, я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошел? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Слышишь? Не хочу. Я не причиню вам вред. Это демон тебя сюда прислал. Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим, воплощение зла. Он не посылал меня, но все же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Я пришел сюда, потому что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться, я ведь не чудо. Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто... Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были... Я побывал даже в библиотеке Нильфгаарда и, в конце концов, на... Она известна 1000 лет в разных культурах и под разными именами. Я корпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что... С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Ольгерд подписал с ним договор. Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был. Но по воле злого случая он лишился. Ольгерд хотел увести ее как можно дальше, но Ирис не захотела. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете. Ольгерд встретился с ним на перекрестке, один. Сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Одим предложил ему договор. Ольгерд должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Одим знал, что Ольгерд любит только двух человек на всем свете – Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерд согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Так почему Ольгерд решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно, но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни... Вадим оставил на моем лице знак. Как? Знак? Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть... Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в запи... Thank you.
на мой ухер. И как пьяни. Предание? Лишь бы платили. И как не били. Отрезать башку королю. Самый знаменитый бордель в Ленинграде – это Пасинбора. Ты но будешь отлично выглядеть на мне. Я буду за тобой приглядывать, Белоголов. Служу вечному огню! Пам-парам! Один раз так набрался, пам-парам. Что из ушей? Мы живем в материальном мире, и я материалист. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Ведьмак лучше. Ни хера себе! Ночь, любовь и вино терпению не очень. Тяжко на службе с пустым брюхом.
Раз, два, три. Ты води. Не пойду. Не стану. Даже у такого сказочного княжества, как Тулсен, есть свои мрачи. Родиться в Тусенте значит родиться под счастливым духом. Что, Седой? Развлечений Не задерживаться! Проходите! Проходите! Ведьма! Много о вас говорят. Прочь с дороги! Ее нет в пыли, нет в загоне. Себя прилично. Ведь в самом деле натравливать ведьмака на месте — это как лечить сифилис гонореи.
мне все отдых успокою. Да дайте же мне все отдых успокою. Ой, клянусь ранами лебеды. Надо идти к доктору. Срал я голые ваши подболы. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Если мне лично не бывает так, от природы наклонно, чтобы тогда нам и тракты, священный огонь порочащие. Прекратите этот гнусный балаган. Танцы на виселице — это все-таки уже чересчур. Дабы вечный огонь услышал просьбы наши. Вечный огонь? Услышать можно или бояться, или высмеивать ее. Я лично... Не надо ли тебе чего, мастер? Настоящий А вот и настоящий. Только они сначала себе рот мажут йодом. Поэтому и не болит. В особенности гримуары и трактирни, священный огонь порочащие. У нас в ковере порядок-то получше. Умный клиент сразу поймет. На этой стороне... Подозрительно ты выглядишь, приблуда.